Расскажи, куда собралась? Куда-куда? Ну, куда? Посмотри сюда. Ну, я собралась, знаете, куда? Куда? Кушать пироженку или мороженку. В ресторан? Да. Без мамы? А без мамы разве можно? Ну, нельзя. Ну, мы только один раз. Пойдем? Пойдем. Побежали? Ага. Красивый, да? Угу. Сама сорвала? Да. А ты знаешь, что рвать нельзя цветы? Ну, знаю, но только он рос не на клумбе. Чего? Я не слышу, повернись. Он на клумбе, не рос-то. Мама нас за это, конечно, убьет, да? Но мы ей не скажем, да? Да. И бабушка не узнает. Будет тайна. Ты должна всю ее съесть. Ты обещала. Ага. Ага. И чай будешь еще потом пить на улице, да? Ага. Когда гулять пойдем, да? Ага. Все, договорились. Нравится? Пересоленная? Ну, странно. Странно? Ага. Тебе нравится соленая? Да. Вот это такая начиночка. Вишневая. Не как будто. Ой, зеленыш. Эй, зеленый. Правильно. Все, жуй. Пока чай заварится. Хорошо? Угу. Не обманул? Не обманул. В ресторан отвели? Чай на свежем воздухе с листиками. Да. А что мы тебе сегодня купили? Мисс ММДМ. Сколько? Ну. Сколько ты захотела? Да. Сегодня у тебя праздник? Да. Какой? Не знаю. О, вспомнила, у нас уже сегодня день учителя. Вчера, ну и сегодня. Ладно, с праздничком, учительница. Давай ММДМсики и листик. Пей чай. Вкусно? Деточка, а ну-ка встаньте ровненько. Пообещай, что будешь чистая. На площадку тебя веду все-таки. Будешь чистая, в грязь не лезть, на мокрое не садиться. Пойдем? Все, почесалась? Много. Какая красотень! Можно взять прямо хапку листьев, подбросить над собой. Хочешь? Ну как? Расскажи, кому ты собрала этот букет красивый? Что? Ничего не слышно. Можно сюда говорить? Нет, поставлю вазу. Для кого? Для мамы. А для бабушки? Для бабки, для мамы, для бабки. Как погуляли? Хорошо. Покажи. Хорошо.